Запрет на бороду. Полиция Австрии задержала актера в костюме Санта-Клауса. Правоохранители попросили мужчину снять накладную бороду. Этот элемент попадает под действие запрета на одежду, скрывающую лицо. Такие ограничения ввели из-за террористической угрозы, объясняет адвокат актера. Полицейские заставили его выйти из машины и раздеться. Они обыскали каждый сантиметр автомобиля. Этот закон, который был принят, он коснулся вообще всех жителей Австрии, а не только каких-то религиозных групп, которые обычно закрывают лицо. А в Нидерландах под запретом и вовсе может оказаться сам рождественский герой. Черный Пит, помощник местного Санты, для многих стал символом расизма. Возмущается активистка местного протестного движения. Черный Пит с его цветом кожи и кудрявыми волосами и большими губами – это же национализм во плоти. Синтеркласса тоже надо убрать. Он будто белый господин. Но сама традиция разносить подарки замечательная. Только пусть это делает кто-то другой. Например, черная женщина с супер силой. Атмосфере праздника не способствуют серьезные меры безопасности. Железобетонные блоки и полиция с автоматами уже стали атрибутами праздника.